Криска. Доброе утро. Как дела? Как дела? Ву-ву. Точно ву-ву. Точно ву-ву. Дела. А у нас уже совсем тепло. Вот так вот выползли на прогулку. А что-то их наоборот надо на солнце. Гритёк. Держится, сидит. Маня, Ракирка. А у меня вот сегодня. Вот. И салатик. На вот этой вот грядке. Вот такая получилась грядка. Два рядка морковки. А в кочках салат-салат, петрушка и укроп. А еще у нас зацвел клевер. Сейчас покажу там, где самое солнечное место. Хорошо видно. Вот такие вот маленькие цветочки. Да, ура! Дополз, брательничек, да? Ты мой старательный такой. Умничка. Молодцы, ребятки. О, рукопожатие. О, да, попался. Попался, Растиша. Сейчас Гриша попробует тебе на зубок. Да, скажи, сейчас попробуй на зубок. Большую коляску. Да, я попробую. Что получается? Как интересно. Пока Растиша заснул, а я посижу в его колясочке, да? Пыль так вылетает с колес. Все, красавчик. Вот и управились. Эй, хватит уже!
Помнишь, как кошечка делает? Как? Вот так делает кошечка. Вот так. Мяу, мяу. Мяу. Так даже, да? А ты скажи, брысь. Не будешь. Не будешь. Так меня любишь, правда? А я тебя, знаешь, как люблю? Ну? Любишь, правда? Ну, ты солнышко. Моя ты радость. Ну, ты моя такая радость. Такая. Ты ж певец-то наш, а? Наелся? Напузырился, не наелся. Напузырился. Просто напузырился. Напузырился. Моя ты зайенька. Всем привет! 9 апреля, и у нас абсолютно ничего не получилось с газоном. Почему-то злаковый газон не всходит. Вот лежат зерна, семечки, но ничего не получается, ничего не всходит. Зашел только клевер немножко. Ну, еще совещаемся, что мы с этим всем будем делать. А сегодня у меня будут грядки опять. Красивая тень оператора по всем канонам видеосъемки. Значит, еще одна грядка метр шириной и где-то 1.20 м длиной. Выкопала на штык лопаты. Положу немножко компоста и палету, чтобы это все подгнивало. Закопаю и посажу. Планирую посадить укроп. Это у меня остался пакетик. Петрушка.
салат, огурцы. И от ленты тут у меня тоже морковка. Не знаю, посажу морковку или нет. Увидим, потому что у меня вот здесь вот уже грядка морковки, два ряда. Я даже не знаю, зайдет она или нет. Ну что, за работу? Готов? Да! Если что, регулируй направление, чтобы оно ни на кого не лилось. Льется в центр. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Все нормально, дождик хорошо идет. Ага. Вот на самый верх. У-у-у-у. Держи крепко. Направляю водяную пушку, а то. Вот так у меня получилось. Укроп. Петрушка, морковка, три горки с огурцами и салат. Мама, близко! А к концу не подходить. Я сейчас буду поворачивать. Ты только следи, чтобы не только середина поливалась, да? Чтобы еще вот около люка. И вот там, где песок, тоже должно быть полито. Нет, можно взять шланг нормально. Возьми нормально. И по бетончику туда проходи. У тебя же длинный шланг. Вот. И там, где песок, тоже полей. Там сходит, сходят семена. Как тебе дождь? Контролируемый. Как тебе? Нам тоже нравится. Вот такую прелесть Кирюша сделал. Шкатулочка вот с такой крышечкой. Все сам, да, Кирюш? Ага. И моя умница. Ручки у тебя какие? Золотые. Вот. Я все сам склеил и собрал. Так. И принес счастье, да? Ага. Тут вот еще санки. Да. А вот это вот голубое, это коврик. Угу. Росточек, ты что там, готовишься к школе? О, ну не прячься, зайчик. Чего ты спрятался-то? Вот так, прячусь от вас. Надоели вы мне все, что ли? Вот, ку-ку. Дедушки на руки. И тянем время до вечернего засыпания, да? Вот так вот. Скоп-поскоп. Да, Агуша. Кирюша на перекусе. Ого, Кирюша. Сейчас я дойду, и ты все будешь видеть.
Растиша сегодня сказки рассказывает. Всем-всем-всем на улице отдыхает. Хорошо-то как, погодка замечательная. Ириша занимается грядками. Осваиваем участок. Ну, мечтают, что под теплицу. Все разметила. Вот так. Гришаня задремал. Самый важный наш работник, консультант и помощник. Что скажет наш Растиша? Что ты скажешь? Вот так вот. Вот. Алёша тут тоже чего-то делает. Дедушку ищешь? Да, где дедушка спрятался? Он прячется. Вот и дедушка чего-то тут жужжит. Красота-то какая, все цветет. Не пахнет. Здорово. Привет. А это Кирюша. Тоже гулять идет. Пойдет ко мне в магазин. Значит, скоро придем. С цветочками. Обязательно. Полоскаешь ротик после еды? Да, после еды зубы полощу. Да? Тебе зубную щетку дать. Вы зубы мне дайте, скажи сначала. На колючее скажи. Колючее. Да, сам держу. Ходит и выходит. Замечательно выходит. А это Растиша тоже покушал. Вот бабуля, видишь, какие щетки еще. Да, бабуле привет, скажи, да? Ваш урожай у нас сейчас.